В Москве на здании гостиницы «Космос» появилась фраза «Спасибо врачам». Сотрудники включили свет в окнах так, чтобы появились эти слова благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Кроме того, с марта рестораны гостиницы готовят и отвозят еду сотрудникам клиники «Медси», которую перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом. Также сейчас многие отели бесплатно размещают у себя врачей после работы. Светящаяся надпись напоминает всем, что сейчас важно ответственно и бережно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, чтобы скорее вернуться к привычному ритму жизни.